Так, тренер 0-0, дерби сегодня, как вы думаете об игре, что не получилось сегодня? Ну, скажем так, что не получилось завершение. Завершение были, штанга перекладина, были моменты, достаточно много моментов. Ну, сегодня мы не забили, а это не дает права на выигрыш. А игра, хорошая игра, скажем так, что и комбинировали, и создавали, может быть, больше борьбы было, чем в обычной игре. Но да, где команды трудились очень здорово. И что можно, что нужно, ну, изменять кто-то или только был, ну, такой день, что ну, не фортуна? Ну, настрой был очень хороший, и с первых минут показали, что мы хотим доминировать, мы хотим играть номером один, как обычно. Скажем, и удавались атаки, позиционные атаки, и было стремление работать на завершение. Ну, говорю, что не то чтобы выручила команда соперников или какие-то моменты, но мы не забивали свои моменты именно в этом плане. И не забитый опять же гол. Ну, мы имели достаточно моментов. Это немножко, может быть, дает на раздумья. Надо больше работать над этим. Надо усиленнее работать над этим. Но, опять же говорим, да, хороший матч, но не выигранный.